Нагреваем воду в стеклянной колбе до кипения. Осторожно зажимаем резиновую трубку зажимом. Сразу же устанавливаем колбу на кольцо штатива. Кипение воды в колбе без притока тепла извне прекращается. Охладим колбу струей холодной воды из стакана. Вода в колбе бурно закипает. Это объясняется тем, что при охлаждении колбы водяной пар быстро конденсируется и давление над водой в колбе резко падает. При понижении давления вода кипит при температуре меньше 100 градусов.